Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, те, кто нас иногда смотрит. Приветствовать всех зрителей. Мы решили побеседовать еще раз и еще не раз, наверное, побеседуем, насколько нам позволят некоторые структуры. Значит, произошло такое интересное событие. На нас обратили внимание. Ну, я лично как бы доволен этим. Ну, лишняя реклама, она как бы не повредит. Вот, Новосибирская епархия обратила внимание на наши с вами вольные беседы. А там прямо написано внизу, да, что-то такое, мол, да, официально. И послала на наши все беседы. Ну, это методы шпионские. Официальное это, да. Такое резюме свое наложило, что некий они говорят, человек, которого низвергли из сана, бывший священник, иногда называющий себя игуменом Феодосием, вот, за такие-то прегрешения, сейчас я их скажу, вот, и они как бы дают предостережение людям, что с вами очень опасно общаться. Отлучить от синагоги надо, ну, сразу. Как бы вот такие, ну, вот вещи. Не отлучить от синагоги. Мне как человеку любопытному, мне эти вещи стали очень интересны. Я не считаю себя каким-то еретиком там, или каким-то человеком, способным вступить в конфликт там с какой-то вот, ну, религиозной структурой, или как ее назвать. Нет, и не надо, зачем? Значит, мы с вами говорили о вере, о душе уже немного говорили. Человек в себе несет веру и душу себе. А, еще, кстати, о душе. Наш патриарх в 2008 году, оказывается, сказал, будучи еще митрополитом смоленским, что отлучение от сана приравнивается к потере души. Ну как? Вот сегодня я такую вычитал. А торговля табаком чему приравнивается? Вот. Ну ладно, это мы сейчас, может, начнемся, может, нет. Наверное, ни к чему не приравнивается, к сану патриарха. Ну ладно. Вот. Мне интересно все-таки задать вопрос. Я человек любопытный такой. Вам вопросы, которые вы сейчас ответите. И мы попробуем нашу эту вольную беседу опять разместим. Мы не будем спрашивать разрешения у Новосибирской епархии. Значит, как бы я понимаю, что официальные СМИ вам вряд ли дадут такую возможность. Нет, почему многие очень интересуются, это просто надо заняться. Да, этим просто надо заняться. Но вам это не надо, я так понимаю. Вы не любитель разводить дрязги. Конечно, но просто зачем оно нужно, для чего? Вот поясните, жизнь такая короткая штука, чтобы вот в этой навозной куче ковыряться, да еще и потом что-то там пытаться торжествовать на этой навозной куче. То есть, зачем? Для чего? Представители Новосибирской епархии утверждают, что вы не священник, не игумен, что вы растрига, так как извержены из сана, так и так далее, и так далее. И с вами опасно общение. Вот. Ну да, заразу распространяю, разношу. Наверное. Значит, дело в том, что надо пояснить некоторые такие самые основополагающие бытийные моменты, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Любая организация, будь то будь Русская Православная Церковь или католическая, или еще какая-нибудь, она имеет возможность действовать только внутри самой себя. Кому-то что-то там запрещать, кому-то разрешать, ну, вы можете себе в квартире дверь повесить, чтобы она открывалась в левую сторону, можно в правую. Если вы пойдете это делать к соседу, сосед будет возмущаться. Если вы возьмете историю церковную, пусть это будет любой конфессии, то вы увидите тысячелетия разборок. Вот тысячелетия поповских разборок. По поводу того, что значит, кто святой, кто не святой, кто именем Божьим действует, кто не именем Божьим действует. Кто ближе. Да, кто ближе к Богу, кто дальше. Да. Но вы поверьте, это все обусловлено личными человеческими интересами. Вот на каком основании патриарх такие вещи говорит по поводу там, что лишился души человек, там и там потерять. Это нужно. Я же воспользуюсь информацией. Проще я вам отвечу. Вы вспомните войну
юга и севера в Америке. За что воевали? За рабов. И здесь это слова рабовладельца, которому надо напугать своих рабов, чтобы они боялись и тряслись. Вот представьте себе, что Бог вот такое же злобное существо, как тот, кто угрожает потерей души. Вот он сидит там на небесах и мстительно вам за то, что вы где-то споткнулись. Мы же все его дети Божьи. И даже взрослые, когда мы постоянно совершаем вот эти ошибки в песочнице. У нас нету такого, чтобы мы могли без греха жить, без каких-то там ошибок в жизни. Никогда. И вот Бог такое же злобное существо, как вот патриарх. Это еще это же второй Мордвин. Первый Мордвин был Никон. Он рвал себе на груди бармы и кричал: пропала Россия, пропала церковь, там пропала вера. Что-то я не пропало ничего. Он же кричал, что все старообрядцы там души свои потеряли. Только народ разделили, да, и облили кровью. Да, срубом сжигали. Вот новый Мордвин, который начинает попов пугать тем, что они души потеряют свои. Нельзя так говорить. Он о вдохновении там тоже любил говорить, что Бог дает там вдохновение. Это такой хитрый, очень хитрый обман. Это как правильнее рабов. Вы знаете, мы уже говорили с вами на эту тему, я повторюсь. Рабов можно держать в рабовладении несколькими способами. Можно их приковать на цепи, но тогда они будут плохо работать и вредительствовать. Второй момент, можно их, рабов, запугать, вот что делает как раз вот эта патриархия, епархиальные все эти штучки. То есть там лишением Царства Небесного, как будто они ним распоряжаются, вот, Царством Небесным, и на страшном суде будут это определять. И третий момент, это промыть мозги. То есть вранье должно быть таким, чтобы все веровали в то, что они идут за Третий Рейх, там, за Великую Германию, и умирали за это. И вот это то же самое сейчас. Это для того, чтобы можно было, прикрываясь патриотизмом и действительно высокими прекрасными идеями, там, России и прочее, все остальное, идет промывание мозгов рабам. Запугивание, что Бог — это некий бабай, который вот будет тебе мстить за твои какие-то житейские ошибки, за то, что ты там где-то оступился там и тому подобное. Неправда это все. Пусть они этого Бога себе чмушного заберут и ему молятся. Хотят ночью, хотят днем. А Бог — это не Веракочи, которому надо на вершине пирамиды сердце принести кровавое в жертву. Бог есть любовь. И пусть они не клевещут на Христа. Не надо на него клеветать. Он ради человеческого рода, ради вот этих вот попов-отступников, ради пьяниц и ради наркоманов сошел с неба, стал человеком и спустился в глубины греха ада, где там самый грех, спустился в глубины ада искать погибшего Адама. Они уже забыли об этом. Как же не согласовываются такие простые вещи? Поиск грешников и, это самое, и вдруг такая, это самое, ненависть. То, что там кто-то душу потерял или прочее. Да, определенные тут, во-первых, я сразу скажу, я нигде, зачем они об этом всем кричат? Я нигде и никогда не представляю интересы епархии и не представляю интересов Русской Православной Церкви. То есть, если вы, например, приходите и говорите, вот я не знаю, там я пришел к вам от такой структуры под названием юридической, которая зарегистрирована под таким-то номером и имеет вот такое ИНН, то тогда вы обманываете. Я никого обманывать не собираюсь. Зачем обо мне писать, что я уволился? Да, я не надо писать про меня гадости. Я уволился 5 лет сам назад. Я ушел сначала. А потом уже начали мне вдогонку там откапывать гробы и эти самые, ворушить вот эти старые грехи и старую, там, переворушивать старую землю. Я ушел, разочаровавшись вот в этих всех мракобесии, разочаровавшись вот в этой уверенности, что Христос сидит в кармане, разочаровавшись в сказках о промысле Божьем, потому что если... Понимаете, если вас начинают насиловать прилюдно, это традиция глубокая православная, то обязательно будут кричать о том, что это промысел Божий. Что когда вы будете, чем вы будете громче орать, то тем больше вам будет смирения и благодати вам будет больше. Чем вам будет больнее и там и прочее. Когда начинают развенчивать ваши наивные юношеские мечты,
вашу наивную веру, с которой я пришел, пришел в семинарию и пришел. У меня не было другой жизни. Пришел в семинарию и пришел в церковь. Наивную юношескую веру. И начинают. Вот он не так поступил, а где же-то он там споткнулся? Наверное, ему сильно много должностей дали, и власти, и потому он там то-то, то-то. А кто вспомнит о тех бессонных ночах на строительстве храмов? Кто вспомнит о нервах, вымотанных со всякими строителями там и прочими, вот во имя создания имущества большой-большой секты под названием РПЦ? Частью от христианского мира огромной, которая тоже является сектором этого мира. Частью его только является. И причем не забывайте никогда о том, что каждый из этой вот кучки будет свое, отстаивать свое божественное право. Пусть завтра придут католикам, они будут говорить, что мы схизматики и раскольники. Пусть завтра придут, там, я не знаю, к другим каким-то религиозным древним течениям. Они тоже будут об этом говорить. Поэтому я... свою принадлежность отлучить меня от церкви, отлучить меня от Бога не имеет никто права. Это вас от церкви не отлучает, да, да, лишение вот, сана. Да, я, а какого, какого может быть сана? Вот я и хочу уточнить. Лишение. Значит, не будем, давайте, вот, если вы хотите прямо вот эту влезть в правила и постановления, которые бы там они руководствуются, вас интересует вот... Давайте я уточню. Это как бы, как сказать, вас интересуют правила игры в подкидного дурака, действующие среди мракобесия? Да. Вас интересует? Я могу вам рассказать. Давайте я уточню правила, да, какие они есть. Значит, у вас, во-первых, первое, что произошло, вы сказали, вы ушли. Да, ушли вы из Новосибирской епархии. Да. Вы же не ушли из церкви. Нет, вот это же непонятно будет тем, кто нас смотрит. То есть вы 5 лет назад ушли из Новосибирской епархии. То есть там были какие-то свои причины, хотите говорить, хотите нет. Не, ну какие причины? Причины очень простые. Причины простые. Епархию начали разделять на 4 части. Появились маленькие епархиальные управления, которые сделали из благочиний бывших. Причем одно из моих благочиний стало епархией, в котором я был благочинным 12 лет. Там единственным этим благочинным я был на протяжении существования всего этого благочиния. Строили монастырь. Да, появилась церковь, очень простая вещь. Появилась опасность конкуренции должностной. Кто будет так поступать, вот как вот вы сейчас вот это видите и прочитали в этих комментариях, человек, испугавшийся за свою власть. Это Ельцин, который боится, что выберут Зюганова. И пьяный танцует в Карасуке, прыгает на танцполе. Так же поступают и современные руководители наших нынешних епархиальных структур. Когда появляется страх, появляются способы, чтобы убрать человека конкурента. Он всегда говорил, умных людей вокруг себя собирать опасно. Это сложный момент, могут подвинуть. И это все примитивно. Представьте, вот человек, вот, допустим, возьмите меня, да, 15 лет я все устраивал. 15 лет устраивали все мои стройки, дела, все хорошо устраивали. И вдруг, именно по стечению обстоятельств, вскрылись моменты такие, когда вдруг стал плохой, неожиданно. Давайте я скажу, что вам инкриминируют. Не, ну чему вот инкриминировать? Я вам скажу, что официально, да, официально. Меня почему и заинтересовало это дело, так сказать. Почему? Потому что я читаю... Значит, сразу, пока не забыл, сразу скажу. Вообще, работа с депутатами – это 2015 год. Ну, давайте я сейчас скажу. Это через 5 лет после... Я сейчас скажу, а потом вы поясните. Нет, давайте мы определимся. Вот я уволился и ушел. Имею я право дальше жить, как я хочу? Вот вы сейчас... Имею я на это право? Конечно, имеете. Ну и все. О чем тогда вопрос? Гражданин все-таки страны, да, подчиняетесь ее законам, ее конституции. Абсолютно верно. Но запаха моего боятся. Моего привидения. Вот этого трупа, который выкапывают из этого трупного синода папу Формоза на протяжении столетий. Там, зачем? Спрашиваю. Батюшка, если я сейчас потому не поясню зрителям, боятся, не будет понятно. Ну да, я понимаю. Давайте я поясню, а потом вы будете говорить. Конечно. Иначе будет людям непонятно. Значит, то письмо, которое епархиальное вот это вот ведомство разместило по поводу вас, значит, они там инкриминируют вам, значит, 2 дела. Так сказать, за которые вас якобы лишили сана. Первое, это значит
торговля ювелирными изделиями. Значит, и второе, значит, поддержка депутата. Вот и все, вот и поясните, вот что это, когда и почему. Значит, по поводу торговли ювелирных изделий. Епархиальное управление из его руководителями, во главе с его руководителями и лицами, считающими, что они в особых отношениях находятся с Иисусом Христом, чуть ли не в ближайшем родстве, и там действует на них каким-то образом особым благодать разных духов. Вот. Они торгуют ювелирными изделиями очень давно. Причем, подождите, они начали с торговли сначала табаком и водкой в Москве, а потом плавно перешли к торговле ювелирными изделиями. Дальше. Все храмы в Новосибирске торгуют ювелирными изделиями. И я торговал ювелирными изделиями, будучи наместником мужского монастыря. И причем от епархиального управления, получив регистрацию в Западносибирском пробирном надзоре. В чем тут преступление? Кроме того, все они носят на себе панагии и кресты, они тоже серебряные, ювелирные изделия. В чем вопрос здесь? Я, по-моему, ответил на этот вопрос. Поэтому торговля ювелирными изделиями осуществлялась. Либо это можно заниматься предпринимательством, то есть открывать бизнес и торговать на общих основаниях, как всем гражданам Российской Федерации. Во-вторых, идея о том, что я должен быть епархиальным рабом и делать то, что они хотят, и не имею делать права то, что я хочу, это идея бредовая. Вот, кстати, я уже говорил вам о том, что мы провели недавно то самое духовный собор. У нас, я возглавляю общественную организацию. Мы учредили духовный собор. И вот оказалось, что по апостольским, там, ну, по, не только по апостольским, но по правилам первого, второго, третьего вселенских соборов, епископ, который перемещается с одной кафедры на другую, не имеет права служить и запрещен в священнослужении. А Тихон перемещался, наш вот нынешний управляющий, я не помню, там Леонид Григорьевич, он перемещался из московской кафедры, Бронницким был, потом перемещался из Новосибирска в Бронницы, потом обратно. Поэтому на этом основании, вот, пользуясь правилами вселенских соборов, я предостерегаю всех верующих людей от общения с ним. Потому что это очень опасно для духовной жизни человека. Это очень опасно, можно очень сильно духовно повредиться. Не забывайте об этом. А также еще Воронежская губерния, где он родился, кстати, она входила в состав, после Ленинского декрета, в состав Украины. И это в связи с нынешними событиями наводит на очень, да, опасные мысли, да, как бы вдруг не оказалось более глубоких каких-то проблем по этому вопросу. Да. Поэтому вот всех, я всех здравомыслящих людей, всех представителей разного уровня властей и вообще просто верующих, просто христиан предостерегаю от этого мракобесия. Просто предостерегаю. Будьте мудрыми и знайте, что никто между вами и Христом никогда не встанет. Христос, Он есть Бог любви, а не Бог канцелярий и разборок. Кто кому чего должен и кто как поступает. Кто какого цвета трусы носит и кто на кого как смотрит. Вот представьте себе простую вещь, что завтра, вот я вот завтра умру и предстану перед Христом. И он начнет меня спрашивать, любил ли я епархиального архиерея, не терял ли я душу свою там саном священником. Вот мелкие дрязги такие, знаете, вот как вы приходите, вот гаишник вас остановил на дороге и начинает спрашивать документы и прочее. Не надо так представлять Христа, как постового на посту ГАИ, не надо. Он выше разума, он Бог любви и Бог милосердия, а не вот этих соплей и сплетен, которые потоком льются на неизвестно на кого, неизвестно на что. Если бы я представлял себя заместителем руководителя епархии, или лез бы к вам там и кричал, давайте я самый благодатный и самый-самый лучший, давайте я вам то и другое, пятое и десятое, тогда это может вызывать вопросы, но я же не лезу к вам. И не пытаюсь там вам убедить вас в том, что я особо благодатный. А вот вы лезете, причем пытаясь убедить всех, что вы особо благодатны, чтобы распространять клевету и гадости.
клевету и гадости продолжать и распространять в этом направлении. Это неправильно, так нельзя поступать. Это не только не по-божески, но даже и не по-человечески. Понимаете, если бы, еще другой вопрос, если бы я там вел какую-то активную борьбу, там, какие-то военные действия, я же ничего этого не делаю. Моя вообще вот, все, что если я где-то что-то говорю, это я делюсь просто своим личным житейским опытом. И я вновь и вновь призываю к борьбе с мракобесием. Не слушайте людей, которые вгоняют вас вот в какие-то колдовские религиозные чары. Это все есть самый натуральный обман. Какая-то особая благодать, которая действует каким-то таинственным образом, с кого-то там переливается, на кого-то переливается и дарует какие-то особые божественные дарования приблотненным, которые вот где-то вовремя запрыгнули на ступеньку пролетавшей давно заброшенной вагонетки и на ней катятся по давно заброшенной железнодорожной ветке в неизвестном направлении, но уверены сугубо, что это дорога в Царство Небесное. Не верьте, это на самом деле не так. Это внушаемость, это желание выдать желаемое за действительное. На самом деле есть Евангелие, в котором Христос будет, со Христом будет все очень просто. Голодного накорми, голого одень, больного посети. Вот, будет, вот это будет Евангелие. И это будет сердце человека, о котором и спросится в Царстве Небесном. А вот эти политические мотивы там и дрязги, кто где кому чего сказал. А, кстати, насчет депутата надо вот сказать. Да, второй момент, да, второй я забыл про сейчас. Поддержка депутата. Да. Да, что такое поддержка депутата? Что такое? Значит, есть давным-давно уже мой старый друг и кум, которому уже давным-давно много-очень-много лет знакомы. И когда были, там уж давно, я уже не помню, в каком это году было, в 12-м или в 11-м году, несколько лет назад были выборы, то издавалась газетка по поводу побед различных партий, по поводу, какие они для народа благо приносят, что делают различные партийные движения. И вот в этой газетке я разместил объявление с поздравлением с праздником Крещения. Там было написано, что всех верующих поздравляю с праздником Крещения Господня и желаю, чтобы всем было только добро и благословение от Бога. Вот это вот было расценено. Страшный грех. Да, как, ну который, также все-таки же в этой газете. Который довели аж до патриаршего секретариата. Да, который да, после да. Вас... Нет, ну выдать желаемое за действительное. Я опять же вот... Не извергли да, с сана. Я опять же вот... Я сам ушел. Я сам оставил и все это и бросил. Поэтому, да. Понимаете, как бы... вот представьте себе, что вы вот выросли и сняли школьную форму. А вам ее клеят, эту школьную форму, там годами после того, как вы закончили школу. Вы не забывайте, как распяли Христа, ведь Каиафа обвинил его в богохульстве. Вот давайте мы, вот это то, что они пишут комментарии, там, обвиняя меня в том и в другом. Везде возле каждой иконы Иисуса Христа можно написать пояснение Синедриона. Почему нельзя? Каиафа был законным архиереем, законной Божьей Церкви, которая судила по закону Божьему Христа и осудила его на смерть. Поэтому возле каждой иконы Иисуса Христа можно написать комментарий Каиафы, что это человек, который выдает себя за Бога, а на самом деле является богохульником, и предостерегаем всех здравомыслящих людей от общения с ним и молитв ему. Потому что вот наш Синедрион так решил. Наш Синедрион так решил. Главное поставить клеймо, понимаете? А ведь если мы возьмем вот самого Христа, возьмем евангельскую историю, мы увидим, что Христос всегда с гонимыми, Христос всегда со страдающими, не с благоденствующими котами толстыми, которые пристроились благополучно бабушек оббирать, а с нищими, с убогими, изболящими, страдающими людьми. Вот с кем Христос. Поэтому, почему бы, вот если епархиальное управление может размещать такие комментарии,
Почему не разместить комментарий Каиафы рядышком с храмами? Или, например, предостерегать еврейских верующих от общения с православными, с русскими? Почему не продолжить дальше разжигать межнациональную рознь, межрелигиозную, вот таким способом, выдавая себя за особо избранных и невероятно каких-то особенных? Удобно быть, понимаете, удобно быть юристом Божьим, удобно быть душеприказчиком. Бог, он ушел на небеса, вознесся, и не лезет в наши мелкие земные дела. И так удобно управлять его имуществом здесь, на земле. Я еще раз напомню, у всех, кто вермахта, у всех на поясах было написано «С нами Бог». Да. И что это говорит? Они же были в этом, это же писалось, комментарий. Или мы бы сейчас опять тоже начнем орать, что нет, с нами Бог, с ними не, а вот с нами-то Бог точно. Вот прямо вот, знаете, очень хорошо к этому евангельские слова подходят. В Евангелии есть два момента таких, которые говорят, во-первых, когда приду, найду ли веру, то есть, ну, может быть много храмов, а веры может не быть. Религия есть, а веры... Первая часть беседы, батюшка, вы очень эмоционально и так жестко прокомментировали свое отношение. Все это интересно. Но вопрос, вообще-то, ведь эту тему подняли мы не просто так. Это вопрос-то вообще-то серьезный. Он даже имеет под собой историческую почву. Конечно. А мне все, что историческое, очень интересно. Я почему интересуюсь этими делами. Во-первых, как эти все происходили обряды расстрижения, там, вот это вот и так далее. Сейчас, секундочку. И еще, самый главный вопрос все-таки, что... По вашим словам, вот многие могут подумать, что вы настраиваете против РПЦ. Вот. Вполне такой логичный вот исход такой вот из нашей беседы. Но ведь Русская Православная Церковь, она исторически, ведь это такой особый такой орган, он создан, и он идет тысячелетия бок о бок с нашей государственностью, бок о бок вот с этим вот объединением нашего народа в определенное общество. То есть это очень немаловажная функция, из-за которой, в принципе, ей, ну как бы народ, как и государству прощал много, так и церкви, вот этому институту, ведь тоже народ многое прощал. Очень долго, пока народ не приходил в неистовство из-за каких-либо вещей, и начиналась уже буча. Ну, я про что хочу сказать. Вот в моем понимании все зависит все-таки от людей. Сейчас я, например, не вижу таких иерархов, которые способны совмещать себе таких вот молитвенников, одновременно и иерархов церкви, одновременно проповедников, значит, людей, как бы так настроенных к народу, к Богу, к вере, к чувствам человеческим, чтобы они не вызывали никакого смущения, а просто к ним относились как, ну вот как к нашему отцу, скажем так. Последний такой иерарх, наверное, я его помню еще на моей памяти, конечно, этот митрополит Иоанн Санкт-Петербургский, вот это был иерарх, которого любили. Он был доктор исторических наук. Человек писал книги, писал статьи, он писал великолепные вещи, которые можно было читать и философски осмысливать исторический период нашего существования, нашего общества и государства. Вот. И вот интересный момент с приходом нынешнего патриарха, все книги митрополита Иоанна исчезли. Исчезли, их нет, понимаете? Последнюю книгу я покупал буквально, ну, наверное, вот как раз в 2007 году или 2008, случайно во Владимире, будучи, вот, просто удивился уже. Тогда уже они начинали исчезать отовсюду, и вот потом их просто не стало. И вот этот процесс, который происходит внутри вот этой организации, которая называется РПЦ, он вызывает у многих людей, довольно православных, довольно верующих, довольно патриотичных, очень такие вопросы. Ну,
задают люди вопросы, которые, скажем так, не в пользу вот этой организации. И получается, вот вы сейчас наговорили, люди задают вопросы, и получается, что рушить вот этот тысячелетием сложившийся вот этот вот устой наш, соединение общества, народа, государства, церкви, ну так же, наверное, тоже нельзя. Да, вопрос. Да, это рассуждение. Это рассуждение. Значит, во-первых, я никого не собираюсь ни против чего настраивать. У каждого есть ум, разум, да он сочтет сам. Выбор у каждого человека свой. Невозможно как-то там, если начинать пропаганду и опять промывать подобно им, товарищам, эти мозги, то ничего, ничем отличаться не будешь от этого всего. Во-вторых, я знаю, что Бог, Он милосерд и человеколюбив. И если даже ты будешь не только в РПЦ, но даже в навозной куче будешь сидеть, Он все равно тебя будет любить и милосердствовать о тебе, и все равно будет судить тебя по твоему сердцу. Поэтому вот то, что я говорю, это бытовуха. Да. Это все, о чем я вам рассказал, это бытовые разборки. Да. Я вот дал развод, вот, бросил старую, вредную, злобную жену и ушел, хлопнув дверь. И вот эта старая, злобная, вредная жена не может мне этого простить. И распространяет слухи о моей импотенции. И еще другие разные комментарии к этому прикладывает. Ну, да. Причем очень обильно, привлекая к этому людей, которые «Отче наш» не знают. Вот. Но зато умеют там, может быть, где-то в каких-то госструктурах служили, и распространять хорошо умеют сплетни. Поэтому насчет духовности, насчет Бога, там что-то не будем говорить. Я вам говорю о людях, которые разбивают барельефы, которые ломают... как подобно ИГИЛу взрывают храмы в древней Пальмире, и того, ничем это не отличается. Это обыкновенное мракобесие, которое выдает себя за Иисуса Христа. Опять я вас и вновь возвращаю к древнему спору. Каиафа и Христос. С кем Бог? Надо разобраться, с кем Бог? С Каиафой или с Христом? Каиафа – законный архиерей Новосибирского епархиального управления, назначенный там своими предками, кровью, законом Моисеевым истории из Древнего Писания. Христос, неизвестно кто, сын плотника, ходивший по Иерусалиму, пугавший евреев, там, наживавших их порождениями ехидниными и спрашивавший, кто им внушал бежать от будущего гнева. Ну, так и было. Вот, это спор между Христом и Каиафой. С кем вопрос? С кем Бог? И Каиафа ведь объявил Христа богохульником, значит, потерявшим свою душу. Даже больше, не просто священником, лишенным сана, да, а вообще богохульником объявив его, хулившим Бога и за это призвавшим все, весь Синедрион присудить его к смерти. И все кричали: достоин смерти. За что? За то, что я понимаю, когда там хорошо написано в Евангелии, что многих лжесвидетелей призывали на него лжесвидетельствовать, и не хватало их лжесвидетельства, то есть не хватало, чтобы его казнить, то, что они говорили. Вот и вся эта вещь, поэтому я, как сказать, я, например, с своей точки зрения, я очень большой патриот, и причем именно России патриот. Я считаю, что это наша стая. Вот. И помечена кровью наша земля. Я считаю, что мы должны поддерживать нашего Акеллу, нашего вожака. Вот. Потому что, чтобы там не было, но с другими нам лучше не будет. Если какие-то эти гориллы, гамандрилы придут руководить нашей стаей, нам лучше от этого не станет. И поэтому я исхожу не из мифического международного права, и не из муры о том, что это все нужно лично Иисусу Христу, прям вот он там на небесах сидит и разбирается в патриотизме греков, молдаван и русских. Это вот, если вам кто-то это говорит, можете просто ему в лицо смеяться. Потому что это промывание мозгов рабам, чтобы они умирали и шли, умирали там за какую-то идею. Не надо этого делать.
За Россию, да, можно умирать, за Отечество свое, за свою землю. А вот внушать, что это нужно Иисусу Христу, как апостол Павел пишет, у Бога нет ни эллина, ни иудея. Не может Бог поддерживать евреев против грузинов. Или, например, там русских против французских. Не может этого быть. Потому что тогда Бог из великого всемирного разума и Творца превращается в ангажированную личность, которая чьи-то интересы против одних, против других соблюдает. А вы же сами другое понимаете, что когда начнутся эти военные разборки, то пострадают как раз не те, которые эти разборки устраивают, а пострадают дети, инвалиды, старики, самые беззащитные. Кто, у кого молодые крепкие ноги, те побежали и убежали, в лес пошли шишковать. Вот, в тайгу. И не найдешь их. А куда пойдут младенцы, которых на руках носят? Куда пойдут старухи, которые от аптеки 50 метров отойти не могут? Куда пойдут инвалиды, которым нужно куча лекарств, там неизвестно еще чего? Они по-другому жить не могут. Куда они все пойдут? В Пальмиру? К, и слава этому, к великому Богу милосердия и любви, который тоже там проповедуется. Они проповедуют, если вы возьмете риторику, вот эту вот игиловскую, вы увидите, вы можете взять, прям положить, вот там речи патриарха, и вот это вот, вы увидите одинаковые тексты. Разницы не будет никакой, совершенно не будет разницы. Просто одни будут уверены в том, что они говорят это от имени Бога, а другие будут уверены, а другие говорят от имени сатаны. А те, которые будут, те, которые считают, что они от имени сатаны говорят, они будут уверены, что они говорят от имени Бога. А эти, которые уверены, что они говорят от имени Бога, вот они-то точно говорят от сатаны. И по этому поводу, встретившись, они пробьют друг другу головы и будут выяснять, на четырех китах, на этих слонах стоит земля, и бывают ли на солнце пятна. Вот это вот продолжение диалога этого мракобесия, оно не прекращается. Поэтому мои слова и моя мысль, это мое за русский народ. Я хочу русскому народу и детям, и внукам, племянникам, хочу светлого будущего. Не новой революции, когда попов будут кидать с колоколен за их брехню, выясняя, откуда берется вдохновение, и какой поп, в каком, на каком повороте судьбы потерял душу свою. Откуда он знает это? Ему что, архангел говорил, шепнул правое ухо? Я хочу, чтобы он предоставил соответствующие документы. Решение соборов... Да возьмите Иоанна Златоуста. А, кстати, самый известный потерявший свою душу человек, это Иоанн Златоуст. Его же лишили всего. Лишили сана, лишили всех званий, чуть на смерть присудили. А где же его душа? Мне вопрос, где душа Иоанна Златоуста? Вот лично к людям по поводу это самое, сделающие такие заявления. А где душа Иоанна Златоуста? Да таких полно было. Возьмите Григория Богослова, которого выперли за то, что он там с одной кафедры на другую тоже перемещался. А где его душа? А Максим Грек, которого вообще голодом уморили, там в яме сидел, где его душа? А этот самый, которого задушил Малюта Скуратов, митрополит Филипп, это все будет, знаете, сколько Кстати. Будет таких лишенных душ, шатающихся привидениями по чистому переулку, в закоулках Московской Патриархии и ищущих вечного спасения, такие вечные жиды, знаете, ударившие Христа и теперь блуждающие по епархиальным управлениям. Ага. И не дающие спать, там, перекусив после обеда, не дают спать привидениями шарах. Все, давайте с этой темой заканчивать и переходить уже на другую. Это бесконечная тема. Значит, я единственное, еще раз только подчеркну. Эта тема, знаете, как с кем же Бог? Да. Вот, с кем же Бог, на самом деле? Меня в этой вашей истории смутило вот однозначно то, что высокий секретариат патриарший взял и, не глядя, подписал вот это вот голословное обвинение и лишил вас сана. Мне вот это вот просто начинаешь разбираться за что, за то, какая-то муть. Да я вам больше скажу, скорее всего и это муть. Потому сана, что, да, скорее всего, как? Будет, знаете, как... Лишали сана людей за такие вещи, ну, понятно, там в истории, ну, были такие вещи, они да, проходили. Да, убийства были. Проходили, там, отречение от веры, отрекся от веры. Кстати, я забыл сказать, никаких чинов по этому поводу нет.
отречений всяких, там растрижений и прочее. Это не значит, что не, там проходили большой какие-то бородатый раньше, там дед, что-то, большой что-то бородатый дед, какой-то волос, белой этой самой шапки ночью на Залицовском кладбище ходит вокруг большой бандитской могилы и читает какие-то заклинания. Ничего этого нет. На самом деле просто констатируется факт. Ну, документ пишется, документ, что я вот тогда, вот мы посидели, посовещались, провели такое судебное заседание. И убрали нас, этого человека душу. Да, да, да. И убрали этого человека, лишили его души. Да. То есть получается, что церковный суд имеет право лишать человека души. Ну, пускай будет так. Нет, так и все-таки вопрос, а где душа Иоанна Златоуста? Верните мне душу Иоанна Златоуста. Нет, вы знаете, почему вот это много это все говорю, объясняю, чтобы вы посмеялись. Я хочу, чтобы вы посмеялись. Если люди нормальные нас смотрели, они видели в ваших словах много стеба. Ну, вот так и есть. Пыл, я стараюсь. Серьезным лицом таким, вы сбивались так. Я стараюсь, потому что это действительно иначе, это самое хорошее оружие, потому что это смех. Это, знаете, вот то, что вот они говорят, это вот ведьма, которая угрожает вам, например, там, что она вас сглазит. Или она проклянет вас каким-то особым проклятием и лишит души, например. И ваша душа потеряется и не попадет ни в рай, ни в ад, а где-то заблудится в бесконечных просторах Вселенной, и вы будете вечно страдать. То есть человек прямо откровенно заявляет, что он главный колдун, который может откровенно лишать там какими-то решениями суда, там, синода. Подписью. Да, подписью. Секретариата. Да, да. Потому что, понимаете, грехи – это ваши грехи, а лишение сана – это судебный документ. То есть мы там такой-то, такой-то судья, там такой-то, там, не знаю, судебный заседатель, вот такие-то свидетели, вот мы проверили такие обстоятельства, вот мы лишаем на этом основании согласно таким-то там правилам, постановлениям соборов, лишим. То есть это можно написать, а можно не писать этого. Получается, что кто-то росчерком пера может лишить души. Ну хорошо. Это всегда смешно. Мы с вами говорили о том, о вдохновении. Есть яйца, есть вдохновение, нет яйцах, нет вдохновения. Вот так же и здесь. Есть подпись, нет души. Нету подписи, есть душа. Я из всей этой истории только вот одно хочу для себя уловить. И все-таки наше общество, наше традиционное русское общество находится в соборном объединении. И, наверное, это соборное объединение где-то все-таки проходит сегодня помимо вот этих всех секретариатов, сейчас, да, патриархариатов и так далее. Я лично, что-то как-то понимаете, как выше всего этого. Патриархариат этот может рухнуть. А да, просто так и было. Соборность наша историческая, она сильнее. А это уже другое. Вот это мы говорим о крови народа, о патриотизме, о том, что нам нашего поддерживать наше свое. Свою кровь, поддерживать своих вождей и прочее все остальное. Потому что это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Да. Это совершенно очень, другой вопрос. Очень рядом проходит. Конечно. Что... Оно, но если, опять же, вы понимаете, вот у нас уже есть 17-й год. Мы видели с вами то, как скормили Россию, скормили мракобесию. Да. Просто скормили мракобесию. Потому что вот посмотрите, только в каких-то самых таких вот мракобесных странах с такой легкостью пришел коммунизм к власти. Смотрите, Куба, там везде вуду. Вуду, там вот это вот такая до сих пор. Вы знаете, если вы приедете на Кубу, там колдуны самые главные в почете, несмотря на то, что там везде католики есть. А потом всякие такие страны, типа Вьетнама или Мао Цзэдуна в Китае. Отсталом, где на бедных китайцев одевали табличку «Враг народа» и водили по деревням, чтобы на них плевали все остальные там люди в соседних деревнях. Вот только вот в мракобесных таких вот мотивах пришел коммунизм к власти. Причем как? Он пришел на религиозных принципах. И слава Богу, даже я больше вам скажу, слава Богу, что в России была такая личность, как Сталин, который из этого мракобесия умудрился устроить индустриализацию. Из мракобесия устроить индустриализацию умудрился. В отличие от многих других стран, там, да, от Кубы там и прочее, все остальное. Да, но я к тому, что уже был этот у нас принцип, когда скормили целый народ и целое государство с вот этим вот каким-то туманным очень идеям.
которой кому-то что-то там приснилось, показалось, почудилось и померещилось. И они убеждают, что это вот прямо от Иисуса Христа все было. Это, к сожалению, вот сейчас. Поэтому наша соборность и наше единение нынешнее, оно должно быть основано не на организациях типа Московской Патриархии, а на вере народа. В личных взаимоотношениях с Богом. Не надо этих посредников, которые будут убеждать там в разных мракобесных вещах. Нельзя забывать о том, что вот эта глубинная сила внутри, которая 1000 лет простояла и продержала государство, она не благодаря всегда действовала, а вопреки. То есть в борьбе. Постоянно это было в бесконечной борьбе с соседними стаями, которые постоянно пытались грызть, душить, там, съесть, сожрать просто. Поэтому я думаю, что личные глубинные взаимоотношения с Богом – это одно. А бесконечные религиозные организации с сумасшедшими религиозными руководителями этих организаций – это совершенно другое. Вот, причем очень часто даже далекая очень от Бога вещь, очень далекая от Бога. Ну и самое главное, патриотизм должен быть не квасным, на дрожжах, вот, с различными этими сивушными маслами. А патриотизм должен основываться на знаниях, на грамотности, на научных открытиях, на просвещении. Вот на чем должен базироваться патриотизм. Когда ты понимаешь, что это... На не культуре. То, да, да. Когда ты понимаешь, что ты должен любить свое отечество, что ты должен защищать свою землю, своих детей, своих внуков, свою кровь, а не то, что тебе втюхивают о том, что это вот там какому-нибудь архангелу нужно, или это занимается этим лично Иисус Христос. У Бога нет ни эллина, ни иудея. Бог любит всех. Весь мир, каждая душа – его творение. И нет так, что вот одни там... отреклись от Бога, и Он их проклял, а этих вдруг благословил и полюбил. Это вот как раз опять маразм. Опять же, Бог превращается в мелочную старуху на лавочке, которая вот этих любит по какому-то своему принципу, а этих не любит по какому-то своему принципу. Не надо опять убеждать людей, что Земля квадратная, плоская, вот, и, а она на самом деле-то шарообразная и летит в бесконечном пространстве. Спасибо. Давайте заканчивать. Давайте.